Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас еще один заказ по 14-му каталогу Faberlic. Много интересного, как вы видите, уже новиночка, но об этом расскажу вам в самом конце. Итак, поехали. В отдельном пакетике у меня БАДы. Я взяла себе витамин D3, давно не пропивала, сейчас осень. Надо, и для женского здоровья вообще надо. Артикул 157-77. Прекрасный состав у этого витамина, и я его уже пропивала в прошлом году, я знаю, что он работает. Дальше взяла Energy Boom, потому что мне катастрофически не хватает энергии, я его очень люблю, и он у меня как-то закончился, и месяц у меня его почти не было, и я понимаю, что мне надо. 157-27, это такой природный энергетик, я пью не как написано, я пью всего лишь по одной штучке, и мне этого достаточно, чтобы был заряд бодрости, да, на весь день. Дальше у нас с вами No Stress. Без этого сейчас вообще никуда. Запасайтесь, девчонки, пока он есть, потому что, мне кажется, его сейчас заберут. Здесь разберут. Здесь тоже классный состав. Здесь витамины группы П. Ну, в общем, все, чтобы поддерживать нервную систему в нормальном состоянии. Я тоже пью не по инструкции, я пью по одной штучке в ужин. Вот так. 157-25 артикул. И в этом же пакетике у меня был кетчуп. Кетчуп, потому что все любят. Я вам его уже миллион раз показывала. Это классический кетчуп. Помидоры черри. Он без сахара, он очень вкусный. Артикул 160-50. Дальше, что покажу, я взяла дезинфицирующий гель для рук. Он у нас был в распродаже по срокам годности, артикул 27-24. Потому что он нужен. Может быть, пригодится, может быть, какие-то будем волонтерские заказы отправлять или собирать, не знаю. Но, в общем, он нужен там, где он нужен, вы меня поняли, да? Он был, по-моему, по 20 рублей, а так его уже нет, мне кажется. Так, еще у нас тут с вами несколько продуктов, тоже распродажа по срокам годности, опять взяла, повторила Лунику, подмывашку, крем-гель для интимной гигиены. Я не очень люблю отдушку этой серии, но тоже рублей 20-40, это смешно. Артикул 26.00, класс. Там же в распродаже по срокам годности взяла крем для век Вербена. Я кремы вообще из серии Вербена не пробовала, кроме Биби, ни один. Наконец-то добралась, уже что-то рублей 20, попробуем, такая вот малышка. Артикул 09.64. Напишите, пожалуйста, что вы думаете про кремы Вербена, потому что я их... Ну, не доходят руки, новинок много. Что еще взяла? Фиксирующий гель для бровей. Мне хочется зачесывать брови вверх, как сейчас модно, да? Артикул 502.13. Он у нас из серии Glam Team, по-моему, если я не ошибаюсь. И мне интересно было попробовать. Я все смотрела на маркетплейсах, а потом думаю, зачем я смотрю на маркетплейсах, когда у нас Faberlic, он тоже был. У меня татуаж, я их как бы ничем не крашу, поэтому мне нужен был прозрачный гель, который будет волоски фиксировать. Вот не знаю, попробую, посмотрю, на самом деле интересно. Я вам тут на весь экран вещаю. Ну, интересно, да. Вот сегодня похожу, посмотрю, потом вам в обзоре каталога. Расскажу. Так, и все. И теперь у нас с вами костюмчик, собственно говоря. Я очень хотела голубой, потому что это такой сейчас трендовый цвет на самом деле. Но пока я думала, мне не достался размер, который я хотела. Голубой быстро очень разобрали. Значит, у меня, во-первых, размер XXL. Я хотела XL взять, но взяла XXL. Состав 78 хлопок, 22 полиэстер. Так, артикул моего костюма. У меня и штаны, и кофточка. Все XXL, 2XL. 850-289 это брюки, джоггеры, и 850-265 это кофточка, да? Да. Ну и давайте обозревать. Собственно говоря, костюм. Знаете, мне очень понравился. Мне очень понравился, как сидит. Мне очень понравилось это горлышко стоечкой. То есть, смотрите, достаточно высокая, но сзади все равно чуть-чуть заворачивается, то есть он полностью не стоит. Расстегнуть можно прям до неприличия и застегнуть до конца. Вот, сейчас он полностью стоечкой. Здорово, тепло, все красиво. Расстегиваем и носим, как нам нравится, да? Вот так. По рукавам. Вот так. Размер я ношу, вот бликует почему-то цвет. Вот сейчас камера более-менее верно передает. А когда отходишь, то ли освещения не хватает, то ли что, у нас еще весь день пасмурно.
Когда отходишь, почему-то не тот цвет передает. А, достаточно свободна кофточка, и она достаточно длинная, что мне понравилось. Смотрится очень классно. Спинка. Все замечательно. У меня параметры сейчас где-то, не могу замериться. Девчонки, заказала на Wildberries даже метр, но он еще не пришел. А, последний раз, когда мерилась, было где-то бедра 112, талия 87, грудь 109-110, вот так где-то. Приблизительно вот на эти параметры ориентируйтесь, да. В груди тоже все отлично, все свободненько, все супер, но она у меня небольшая, да, рукавчик, то есть тоже все отлично, все здорово. Здесь у нас с вами резиночка, да, все замечательно. Так, и давайте в полный рост теперь вас опущу. Штанишки тоже смотрятся очень-очень хорошо. Вот цвет сейчас достоверный. Вот сейчас цвет достоверный. Так. Вот так. Они не сильно высокие. Здесь у нас с вами... Слушайте, здесь, по-моему, вверху даже резинки нет. Здесь просто материал, то есть поясочек вот такой. Они не сильно высокие, но, тем не менее, вот та высота, которую я люблю. Здесь есть карманчики. И вот длина кофточки. То есть, смотрите, до середины попы где-то. Можно сделать и покороче, как бы кто как любит носить. Да? А штаны, сами штаны, мне на мой рост, рост у меня где-то 1,69 м, 1,70 м. А, все отлично, все как раз. Даже как бы есть, ну, совсем небольшой запасик. Вот поближе еще кофточку. Здесь такая резинка. Все свободненько, как бы все нормально, еще поносится. Мне понравилось, слушайте, мне понравилось. Я сначала хотела брать размер XL, хорошо, что не взяла. В целом он очень достойно смотрится. Он очень удобный. Он очень удобный, он очень комфортный по теплоте. По теплоте, скажем так. Но здесь никакой подкладки. Ну, наверное, это подкладка, вообще не знаю. Я вам покажу поближе тогда. Сейчас, если получится. Но он плотненький. Но это нет, это просто велюр. Это не подкладка, вот внутри. Видите? Вот так сделано. Он тепленький, в нем тепло, в нем прям хорошо. Но в то же время он такой вот легенький. Мне понравился. Я прям как одела, тактильно к телу, как сидит, все смотрится прям очень достойненько. Поэтому, естественно, я его оставила из пункта выдачи, прям в нем поехала. Классный, классный, все супер. Показываю, как вблизи выглядит. Опять камера вам цвет врет. Он немножко потемнее. Это у нас с вами изнанка. Вот. Как сама ткань выглядит. Это, да, и ты, конечно. А это у нас с вами лицевая сторона. Она такая мягенькая, приятная. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылка для регистрации в Faberlic под видео. Проходите, регистрируйтесь. В Faberlic есть все, что душе угодно. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.